have because I'll read Revelation 14, 1 through 5. Следующий фрагмент, 14 глава, с 1 по 5 стихи. Мы с вами его прочитаем. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим». Thank you. I don't suppose there's five verses in Revelation that are more confusing than these. Я, наверное, не найду другие пять стихов в книге Откровений, которые бы вызывали столько вопросов, как вот этот фрагмент. But the book of Revelation has these pauses in the action quite often. А помните, мы говорили с вами о том, что в книге Откровений часто бывают такие вот интервалы, промежутки, в которых говорится о чем-то другом. And the purpose of this particular one is to show contrasts between God's character and Satan's. Цель данного фрагмента – противопоставить качество Бога и сатаны. See, Satan has already shown to be a very cruel person. А сатана уже проявил свою жестокость. But Jesus, on the other hand, has been shown to be the one who is the Lamb. А сатана беспощаден, а Иисус явил себя как Агнец. And he has died for his followers. Он умер за своих последователей. See, Satan uses his followers. Сатана пользуется, или можно сказать, использует своих последователей. He lies to his followers. Он их обманывает. Jesus tells the truth to his followers. Иисус говорит истину своим последователям. And he died for them. И он за них еще и умер. So the saints are his possession in verse 1 here. А в первом стихе говорится о том, что святые принадлежат ему. And this 144,000 people have his name and his father's name written on their foreheads. Здесь говорится о том, что 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. When you buy maybe a book or something that's valuable, what is one thing you do with it? Когда вы покупаете книгу очень ценную или вообще какой-нибудь ценный предмет, что вы делаете с ней? У нас редко делают. We just write our name on it. Okay. Mm-hmm. That means it's yours. Или подписываете свое имя, или печать ставите, да, yeah. Если у вас есть библиотека личная. So if a good person finds it, they'll bring it to you. Если, например, хороший человек найдет ее где-то в другом месте, он может ее вернуть потом по адресу. So this is what God does with his people. Таким же образом, Бог ставит такую печать, можно сказать, на своих последователях. But we've already seen from Satan, he uses a brand. Но мы говорили о том, что если у Бога эта печать, то сатана использует клеймо, использует бренд. And Jesus marks with a seal. Иисус пишет на челе, он ставит печать. The seal always shows possession. Вот эта вот печать символизирует принадлежность или собственность. So the word here for writing their name on is in contrast with the beast's mark of chapter 13. Поэтому выражение, которое используется в данном случае, написано на челе, противопоставляется выражению положить начертание, которое у нас было начертание сатаны в 13 главе. And as I've already pointed out several times, the word for mark is a word that means brand. Слово начертание, как я уже несколько раз вам говорил, означает клеймо или бренд. So there's always, in the book of Revelation, there's always this contrast between the character of God and Jesus and the character of Satan and the Antichrist. В книге Откровения очень часто мы с вами встречаем противопоставление качеств или характера Иисуса Христа и сатаны, антихриста. There's also a contrast between God's purpose and Satan's purpose. Кроме этого, в этой книге противопоставление между целями или замыслами Бога и сатаны. God's purpose in Revelation has always been
to reconcile people to himself. А мы говорили о том, что Божий замысел в книге Откровений совершенно очевидный – это примирение с людьми. See where these 144,000 people are. А где находятся эти 144 тысячи? Verse 3. В третьем стихе. See, they're before the throne. Они находятся пред престолом. And before the four living creatures and the elders. Пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. Now let me draw this. Хочу нарисовать вам картинку. So let's put the throne in the middle. Здесь вот посередине будет престол. And around the throne, вокруг престола, kind of in a sphere, not just a circle, but a globe. Какая-то вот сфера. Это не просто, например, круг, это сфера. Are the 24 living creatures, the 24 elders. И там находятся 24 старца. And then, of course, also before the throne are the four living creatures. Также пред престолом находятся 4 животных или живых существа. So where are these 144,000 people? Где же тогда 144 тысячи, которые также у престола? They're before the throne. Мы читаем, они пред престолом. And they're before the four living creatures. И пред четырьмя животными и старцами. So they are actually before the throne. Значит, они пред престолом. Which is the middle, but they're before the four living creatures as well. И пред четырьмя животными и старцами. So they are as close to the throne as anyone in heaven. То есть можно сказать, что вот эти 140 тысяч, они ближе всего к престолу, чем кто-либо другой. You don't get close to the throne without being acceptable to God. Нельзя приблизиться к престолу, если ты не достоин этого, если Бог не принимает тебя. So these 144,000 believers who have been redeemed from the earth, so they are human beings. Так, 144 тысячи, однозначно, что это люди, потому что искупленные с земли. They are completely reconciled to God. They are God's friends. Они примирились с Богом, и Бог считает их своими друзьями. Now, what's Satan's purpose? Какой же замысел у сатаны? His purpose is to prevent people from being reconciled to God. Цель сатаны – помешать людям примириться с Богом. You know, you've tried to share the gospel with people. А вы это знаете на личном опыте. Вы делитесь Евангелием с кем-нибудь. And they're distracted and they keep believing lies while you're telling them the truth. Они отвлекаются, вас не слушают, они верят лжи. Because Satan's purpose is always to prevent people from being reconciled to God. Потому что цель сатаны постоянно мешать людям примириться с Богом. Because he hates God and he hates us. А он ненавидит Бога, а следовательно ненавидит нас. He doesn't love his followers. А сатана не любит своих последователей. He hates them. Он их ненавидит. There's also a difference between God's followers and Satan's followers. И еще одно противопоставление в этом фрагменте между последователями Бога и последователями сатаны. Here's one of the most difficult verses in Revelation. И вот мы с вами доходим до одного из самых трудных для понимания стихов в Откровении. And it's especially hard for women to hear this. Особенно трудно это воспринимать женщинам. These are those, verse 4, who did not defile themselves with women, but kept themselves pure. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. В английском, ибо они чисты. Now, the word is, they're virgins. Male virgins. То есть, чистота подразумевает то, что они девственники. And the passage seems to indicate, or seems to imply that if a man is married to a woman and has normal relationships with him, with her, that he will not be able to be in this group. Это тогда толкование, к которому можно прийти, исходя из этого стиха, что те мужчины, которые женились, и у них были нормальные взаимоотношения со своими женами, они не смогут быть одним из 140 тысяч. То есть они не относятся к этой категории. My wife and I have 3 children. I will not be in this group. То есть у меня с женой трое детей, значит, я не буду в этой группе. Yuri will not be in this group. Юры там тоже не будет.
Any man here who is married will not be in this group. То есть любой женатый или который был женат мужчина уже не относится к этой категории людей. And we don't have a problem with that, but we have a problem with this word. Did not defile themselves. Ну, даже с тем, что они девственники, вроде бы у нас не будет проблем, то, что это группа девственников, но не нравится нам вот это вот выражение, которые не осквернились женами. Because within marriage, that relationship is not defiled. Потому что в браке взаимоотношения между полами не считается чем-то скверным и осквернением. So all I can say is these are 144,000 men who have been called to a life of celibacy. И единственное, что я могу сказать, что эти 144 тысячи мужчин были просто призваны, это было их призвание быть девственниками, целибат, mm-hmm. да? This group is a pure group. Это группа чистая, или это группа девственников. And they reflect the character of their Lord Jesus. И они отражают личностные качества Господа Иисуса Христа. And Jesus was never married. А Иисус Христос тоже не женился. On the other hand, and of course, these men also no lie. They did not lie. They are blameless. И здесь также говорится о них еще одна вот их характеристика. В устах их нет лукавства. Они непорочны. То есть можно сказать, что они не лгали, не лукавили. But because of the blood of the Lamb, we are blameless. Но мы о себе тоже можем сказать, что и мы непорочны благодаря крови Агнца. These men are clearly fully sanctified people who follow Jesus wherever he goes. Об этой категории людей мы можем сказать, что они полностью освященные последователи Иисуса Христа. On the other hand, what have we seen of the followers of Satan? А также мы можем увидеть последователей сатаны, что мы можем о них сказать? They are completely sinful. Они грешники. And they prefer immorality. И предпочитают безнравственный образ жизни. So on one hand, in God's group, there are these men who have never slept with any woman, even their own wife. С одной стороны, вот со стороны Бога, да, вот эта вот группа людей, которые вообще никогда не прикасались к женщинам в этом смысле, у них и жен-то своих не было. And in contrast to that, you've got people who are involved in who just worship sexual immorality in the book of Revelation. А с другой стороны, последователи сатаны — это те люди, которые в книге Откровения фактически поклоняются сексуальной распущенности. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.